Объясните нам, администрация района, почему именно в выходной день, не спросив ни у кого из жителей, мы живем в 50 метрах. Вот эту всю территорию мы косим, прибираем, регулярно прибираем овраг. Я лично обращалась к вам по поводу мусора во овраге. Его вы не прибрали. Вы прибрали мусор кое-как вот там, который через 3 месяца, который лежал там в кустах. Но устроить нам помойку тем, кто прибирает вот всю эту территорию, вы согласились легко и нас даже не спрашиваете. Мы протестуем, мы против. У нас здесь тоже создано товарищество собственников земли. И мы все будем обращаться в администрацию и говорить, что мы против, нам не нужно здесь помойку. Пусть будет кольцевой вывоз мусора, то, за что борется все время Налимиха. Пускай будет сбор кольцевой, нам не надо.